Всем привет, с вами Полли, и сегодня я хочу вам показать, как можно своими руками сделать рамочку для круглой картины. И в первую очередь это касается тех, кто не умеет делать деревянные рамочки, металлические, кованые. И в большей степени, конечно, мое видео обращено к девушкам и женщинам. Хотя я могу сказать, что я буду показывать вязаную рамочку, а изначально вязание это было мужское занятие. В древности вязанием занимались исключительно мужчины, вязали разные чулки на продажу, но постепенно это занятие перешло в большей степени к женщинам. Но если вы являетесь мужчиной и тоже захотите попробовать сделать такую рамочку, я только буду очень за вас рада и желаю вам удачи. Я свяжу 4 ряда. Полностью весь процесс я не буду показывать, чтобы никого не утомлять. Нужно набрать воздушных петель на такую длину, какой диаметр у вашей картины. Затем вы вяжете, ну, в данном случае 4 ряда столбиками, а затем для того, чтобы как бы эта рамочка держалась, нужно по краям будет сузить. Но все, кто вяжут, знают, что для того, чтобы сузить, нужно уменьшить количество петель. И я в конце буду вязать одну петлю провязываю, а потом две вместе провязываю. Ну, примерно так. То есть потом можно регулировать в зависимости от того, насколько у вас плотная вязка, какая нитка, вот пряжа. Но примерно одну петлю провязываем и затем провязываем две петли. В конце к картине нужно прикрепить петельку в любом варианте, какой вам нравится, в любой форме, и повесить на стену. Это очень простая рамочка, можно ее даже украсить различными, если вам нравится, какими-нибудь узорами. Но я показала просто, как можно сделать очень быстро, буквально за полчаса или, может быть, даже быстрее, простую вязаную рамочку и оформить вашу картину, чтобы можно было ее разместить, вот, повесить на стену. Я вообще вяжу чисто для себя, для своей семьи, поэтому такая идея мне как бы пришла в голову. Я знаю, что некоторые оформляют фоторамки вязаными тоже рамками, но я вот решила связать такую простую рамочку для картины, и, возможно, вам эта идея тоже пригодится. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу такой рамочки, и вязали ли вы их, и планируете ли вы повторить вот мой такой опыт. Круглые картины сами по себе являются как бы нестандартной формой, не очень стандартной, не очень распространенной. Есть, конечно, круглые картины в продаже, мы это видим на различных арт-галереях, но их гораздо меньше, чем квадратных и прямоугольных. И, наверное, у многих возникает такая небольшая проблема, как затем оформить такую картину, что с ней делать, где заказывать рамочки. И я вообще интересовалась ценами на рамки, могу сказать, что особенно на большие круглые картины цены достаточно, ну, немаленькие. И я не уверена, как оформить большую картину в такую рамку, можно ли это вообще сделать. Но я думаю, что можно, если взять достаточно жесткую такую крепкую пряжу и вязать, наверное, даже не столбиками, а, возможно, полустолбиками, чтобы была такая плотная вязка. Я думаю, что полустолбиками все получится. И, возможно, даже я потом когда-нибудь сделаю, может быть, даже покажу. Не буду обещать, но все возможно. Thank you.
благодарю всех за просмотр. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!